Ребят, всем привет! Гараж ремонт. Сегодня будем мы готовить двери под покраску. Остались двери 4 покрасить. У нас только 3, одной нету. Он привезет чуть попозже хозяин. Вот. Мы их уже зашкурили, разобрали все. Вот. Сегодня я буду их, ну так, чуть пошкурю, зашпаклю, где есть ямочки и так далее. И буду уже грунтовать. Заклею их и загрунтую. Если получится, может быть, сегодня и покрашу. Времени, в принципе, достаточно. Вот. Может быть, даже покрашу. Сейчас я их повешу, сделаю все, чтобы было удобно. И вам покажу все. Смотрите. Вот они, двери, ребята, такие у нас. Вот мы их тут пошкурили уже, сделали. Вот. Разобрали. Такие они у нас двери. И будем их шкурить, делать. А синие у него, они гнилые уже все. Сейчас вам покажу. Он хотел их оставить, но там смысл можно, конечно, сделать, но это надо. Вот они. И так весь низ, весь гнилой, вообще напрочь. Что спереди, что вот середина и сзади. Задние двери еще более-менее, но они тоже все вот гнилые напрочь. Вот. Так что смотрите. Сейчас я буду делать. Машинка готова, он стоит. Покрасил ее. Надо будет полирнуть еще. Но это потом, когда вся высохнет уже. Вот. А так она нормально получилась. Все. Блестит. Смотрите. Так, ребят, ну вот мы зашкурили дверь. Вот здесь вот у нас ямка. Будем сейчас выводить шпаклевочкой. Вот эти вот сколочки будем тоже выводить шпаклевкой. Вот. Все двери-то я, в принципе, не буду показывать. Ну так, покажу быстренько. Сейчас я ее сделаю, зашпаклюю. Буду вторую дверь, пока она будет сохнуть. Потом третью. И также буду грунтовать. Повесим здесь в гараже их и будем грунтовать. Смотрите. Так, ну вот как у нас получается. Эту дверь мы подготовили. Что-то собака там у нас орёт. Сдолбала. Вот. А вот так у нас получается. Здесь была ямка, я вам показывал. Мы ее вывели. Все ровненько теперь. Здесь тоже все ровненько. Здесь. Здесь все, дверь как бы вся ровная, аккуратная, сделана, везде зачищена. Сейчас остальные эти две двери сделаем и будем грунтовать. Я думаю, загрунтуем и попробуем покрасить. Должны успеть, время-то еще 9 часов. Вот. Как буду грунтовать, все тоже покажу, смотрите, ребят. Так, ребят, переднюю дверку мы тоже вот сделали. Это же родная Рига. Ну что ты, я не спросим, зачем ты путаешь слушателей? Ладно, идем дальше. Дима, к сожалению, нам ничего не помог. Следующий Гавриил. Вот мы подготовили двери, повесили. Сейчас будем их грунтовать. Здесь будем грунтовать. Здесь ямы все я вывел. Все исправил, все косяки, которые были. Вот. Сейчас мы загрунтуем их. Вот эту потом тоже. Завтра четвертую подвезут. И будем уже красить. Я думаю, сегодня докрасим. А завтра уже последнюю дверь сделаем. Ну там уже посмотрим. Смотрите, сейчас загрунтую, покажу как. Вот, ребята, загрунтовали мы двери, проявочки накидали. И вот эту дверь. Сейчас загрунтуем. Ой, загрунтуем, замоем их и будем красить.
ребят, замыли мы все детали двери. У нас так получились. Вот они висят. Антигравий положили понизу на всех дверях. И сейчас мы будем наносить базу. Сейчас они высохнут и будем наносить базу. Как будем наносить, тоже сниму, покажу. Вот. И в принципе я положу 3 слоя и 3 слоя лака. Смотрите дальше. Так, ребят, развели мы красочку уже, подготовили, обезжирили. Крышечку вот обезжирили, двери. Сейчас мы будем красить. Берем красопульт 1,4 дюза и обязательно намордник, чтобы не чувствовать эту дрянь все. Вот, и будем красить. Одному мне неудобно будет снимать и красить. Я вам покрашу, слой положу и покажу, как, что там. Потом, когда буду лачить, тоже покажу. Смотрите, ребят. Ребята, положили мы первый слой. Вот у нас как получается. С этой стороны. Все, не стал прокрашивать. Все равно здесь будет стоять этот штучка, как я забыл, называется. Вот. Вот как у нас получается. То, что вот эти такие полосы, это я так просто, грубо говоря, первый слой небольшой положил, распылил. Сейчас чуть-чуть подсохнет и буду уже большой, толстый слой ложить. Вот. Антигравий вот так у нас получается. Он и на машине тоже. Вот. Вот так как-то. Ребят, смотрите дальше. Я сейчас второй слой положу и тоже вам покажу. Потом третий слой положу и потом уже буду наносить лак, тоже все покажу, как получится. Смотрите дальше. Так, ну вот мы положили 3 слоя базы. Вот как у нас получилось. Везде прокрасили. Вот, везде прокрасили. Низа, везде, короче. Вот. Сейчас будем ложить лак. Я первый слой положу лака, а потом вам покажу. Смотрите дальше, ребят. Ребята, все, мы все сделали. Положили мы 3 слоя лака. У нас вот как получилось. Так. И вот эту дверку. Ну, на сегодня все. Я думаю, завтра или сегодня он привезет последнюю дверь. Но я вам тоже, наверное, покажу, как я ее сделаю. Я ее соберу, двери поставлю. И на этом проект закончен. Машина готова. Ушло на это почти 3 недели. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки.